Ранее власти уже заявляли, что маршрутки нелегалов они будут снимать с рейсов и отгонять на штрафстоянку. Для этого даже закупили специальный эвакуатор. Его доставили из Нижнего Новгорода. Погрузчик сможет цеплять микроавтобусы и пазики. Использовать для эвакуации нелегалов будут погрузчик на базе КАМАЗа. Он не новый, но завод переоборудовал его специально для Челябинска. Так, чтобы можно было подцепить авто нарушителей и доставить на штрафстоянку. Данный автомобиль оборудован надстройкой для частичной погрузки. Она укомплектована вилками для погрузки колес 16 диаметра. Это автомобили Фиаты, Транзиты и любые другие автобусы малотоннажные. В ней находятся также в комплектации вилки для погрузки более тоннажного транспорта. То есть автобусы ПАС, автобусы не ПАС и так далее и тому подобное. Будет тестирование, сотрудники учатся управлять машиной. Дело оказывается нелегким. Приходится даже нырять под транспорт, чтобы лучше прикрепить подъемный кран ко дну автомобиля. Документы на работу грузового эвакуатора уже получены, и в ближайшее время он выйдет на дороги города.